Данный вопрос был снят с повестки в связи с необходимостью проработки с профильными департаментами вопросов реализации проектных решений данного детального плана, а именно в частности реализации объектов социальной направленности, детские сады и школы. То есть они предусмотрены, необходимо проработать. И конкретно, скажем так, мы планируем указать именно в решении исполкома, то есть как будет происходить реализация и срок реализации этих важных для данного района объектов.